Всем привет, друзья, меня зовут Компот, и добро пожаловать на новое видео на моем канале. Ребята, вы спросите, а где я, собственно, нахожусь? А я нахожусь в пустыне, и что я тут забыл, да тем более еще и на такси сюда приехал? А я сюда приехал в полицейский участок. К сожалению, я не поехал в город, да, сегодня я ничего в городе вам показывать не буду. Я поехал в ближайший полицейский участок, он находится у нас в пустыне, чтобы сдать вот эти вот предметы. Да, ребята, представляете, я копал у себя в деревне новый огород и нашел закопанный сундук. В нем лежал пистолет, гранаты и калашников. И, ребята, знаете что? Такие вещи нужно сдавать полиции. Кто не знает, ребята, объясню. Если вы находите оружие на улице или где-то еще, вы должны сдать его полиции. Обязательно должны вызвать полицию или сдать, но, к сожалению, вызвать я не смог. Зато я сам приехал и решил лично отдать вот это вот все, передать в руки полицейским. Пусть они, так сказать, вот эти вот штуки спрячут, куда-нибудь уберут, потому что это, собственно, ребят, не игрушки. Так, ладно, давайте зайдем в полицейский участок и... Здравствуйте. А где люди на ресепшн? Странно, ребята. А где все люди? Вы кого-нибудь видите? Двери какие-то баганые. Так, извините. Кто-нибудь есть? Странно, ребята, никого нету что-то в полицейском участке. Извините, я пришел, мне нужно кое-что вам дать. Странно, ребята, а где все? Что-то реально какая-то странная фигня. Так, это выход на крышу. Нам сюда с вами не надо, ребята. Нам сюда с вами не надо. Так, тут никого нету. Эй, извините, полицейские. О, полицейские. Здравствуйте. Дело в том, что я тут вам кое-что принес. Вот, я нашел у себя это в деревне. Хочу вот вам в руки передать. Чего? А кто тебя сюда пустил? Ну-ка проваливай так. Тебе здесь нельзя находиться. Уходи отсюда. Ладно. Извините, а что такое-то? Ребята, вы слышали? Эти полицейские как-то очень грозно относятся ко мне. Странные какие-то полицейские. Так, ладно, окей, давайте, ребят, нормальных полицейских поищем, а не этих полицейских. Так, окей, мне кажется, это какие-то новички, потому что... Чего они меня выгоняют отсюда? Это полицейский участок в свободном доступе. Любой сюда может прийти, составить заявление, что-то сдать, что-то еще. Любой, абсолютно любой сюда может прийти. Странные какие-то копы. Ладно, ребята, окей, давайте сделаем вид, что этого не было. Просто я сейчас на них жалобу напишу, что они меня выгоняют из полицейского участка. Так, где тут главный у них? Блин, ребята, а что, только они вдвоем, что ли, в полицейском участке? А где все-то, собственно, ребят, я не понял. Ха-ха, странно. Так, окей, давайте еще пройдем. Так, тут мы были, вот тут мы тут были. Ребята, странно, никого нету. И заключенных тоже никаких нету, странно. Это действительно, ребята, уже странно. Так, ну ладно, окей, что-то я себя накручиваю. А, не понял. А пройти-то можно? Ну-ка, давайте перелезем. Опа. Ух ты, ё-моё. Это еще что такое? Вы это видите, ребята? Капли крови. Что? А что они тут делают? И почему тут все перекрыто? Кто-то, что ли, побег совершал какой-то? Смотри, тут все сломано. Ни одного полицейского, никого вообще. Опа. Смотри, все-таки один заключенный есть. Странно, ребята. Чё это за фигня тут произошла? Ух. О! Ребята, там полицейский. Так, вот давайте-ка я ему все отдам, все ему передам, и вот именно ему в руки. Так, давайте. О, ё-моё, чё у вас тут творится? Полицейский, извините. А, чёрт, пошел вон, получай. А, нет, чё, отойди от меня. А, нет, где я? Что? Нет, куда я телепортируюсь? Чёрт, а чем ты зашел в машину времени, козлина? А, ё-моё, где я? Чёрт, ребята, где я? Давай, выламывай, да. Где я? Ребята, где я нахожусь? О, тут дверь есть, я ее вижу через текстуры, ну-ка. Да. Чего? Ребята, где я? Я в своей деревне. Чего? Так, я не понял. Что произошло? Погодите-ка, много полицейских машин, машина времени, горящая деревня, а там что? Тут куча полицейских. Не может быть, ребята. Кажется, я понял, в чем соль, ребята. Кажется, я понял, что происходит. Я-то думал, почему в том полицейском участке не было полицейских, ребята? Они все там прятали машину времени. Кажется, я понял. Я сейчас в будущем, и в будущем куча полицейских захватила нашу деревню. Ребята, черт, мы должны предотвратить это. А чтобы это предотвратить, нужно изменить прошлое. Черт, ну как это сделать? У меня есть оружие. У меня есть гранаты. Ребята, вы мне должны помочь. Помогите мне, пожалуйста, нам нужно уничтожить всех этих полицейских.
Это не полицейский, я понял, в чем загвоздка. Это было ни капли не полицейский. Я-то думаю, почему они так со мной разговаривают? Да это было вообще не полицейские. Они привезли сюда машину времени. Они, ребята, в будущем атакуют нашу деревню. Я только что увидел будущее. Ну нет, вот этого я точно не допущу в своей деревне. Ребята, ну что так сказать? Берем штурм деревню. Эй, тупые полицейские, а ну что вы о себе возомнили? Черт, ты еще кто? Мы ж тебя убили, стреляйте в него. Черт, ребята! Вы слышали, что они сказали? Они сказали, что в будущем они меня убили. Так, давайте убиваем. По одному просто будем врубать. Так, давайте прячемся. Жители, срочно бегите отсюда. Так, погодите, ребята. Еще один полицейский, получай. Так, пока что они не стреляют по мне. Нужно, ребят, где-то прятаться и вот так вот по-тихому отстреливаться от всех полицейских. Так, где тут еще полицейский? Вот еще один стоит. Так, давайте убиваем его. Ага, и один, я так понимаю, в доме, да? Да, ребята, один в доме. Ну, я знаю, как против него действовать. Так, лови гранату. Ребята, я взорвал? Да, ребят, отлично, я взорвал. Так, что у меня дома? Житель, отойди, я разберусь. О, нифига, как их много. Так, ребята, кажется, тут явно нужна гранатка. Получайте. Так, не всех убило, видимо, еще одну гранатку лови. Так. Все, ребята, чисто. Так, мои предметы. Да, они не тронули мои вещи. Отлично, ноутбук мой в целости, отлично. Но черт, они в будущем поломали мой дом. Ну все, ребята, у меня теперь с ними личные счеты. Нужно перебить всех. Так, двое стоят на крыше. Как вы думаете, из чего стрельнуть, из АК или из пистолета? Так, я думаю, ну отсюда будет лучше через АК. Так, давай. Ё-моё, они уворачиваются. Смотрите-ка, ребята. Так, одного скинул. Отлично. Так, давайте тихо проходим вот так вот. Так, вон там еще один стоит. Блин, а, ё-моё, жителя задел. Чёрт, ну ладно, давайте его убьем. Вот это вот полицейского. Жителя, не мешайтесь мне под ногами. Получай, тупой полицейский. Так, еще один, еще трое даже в доме. Ну тут гранатка нужна. Хопа. Отлично, ребят, бахнули. Так, давайте. Чёрт, это все-таки слез с крыши. Так, тихо. Давайте-ка в этом доме пока что штурм возьмем. Так, тихо. Блин, ребята, я же не знал, что полицейские будут вот так вот штурмовать всю нашу деревню. Зачем им это? Что они хотят от нас? Так, давайте. И давай, получай. Фух, ребята, кажется, теперь-то я точно понял, зачем они прятали эту машину времени от нас. Я понял, зачем они это делали. Так, давайте проверим. Я не всех убил. Так, жители, все, можете забегать в дома. Так, тут никого. Никого, отлично. Пусто и пусто. Ребята, все отлично. В этой части деревни мы всех ликвидировали. Черт, мне бы еще машины эти взорвать. А я знаю, как. Давайте вот так вот покидаем у них гранатки. У них сейчас двигатель сгорит. Так, давайте. И самое главное, так сказать, сломаем эту тупую машину времени. Давайте просто ломаем ее. Просто вот так разломаем эту машину времени. И для уверенности гранату туда закинем. Так, взрываем все. Взрываем везде все полицейские машинки, ребята. Потому что они, так сказать, творят зло. Так, все отлично. Вроде подорвал все, что можно. Так, поехали дальше. Черт, там еще их много, я так понимаю. Так, ну ладно, давайте из пистолета. Вон, интересно, я докину гранатку вон до туда. Давайте попробуем кинуть и. Черт, нет, я не докину до туда. Явно она слишком далеко будет лететь. Так, все, давайте кидаем. Так, нужно теперь вот тут вот обойти за огородом спрятаться. Так, давайте вон в того полицейского. Так, и. Отлично! Все, ребята. Я вроде всех убил, да? Всех или не всех? Так, ну вроде всех. Да, вроде полицейских тут больше нету. Блин, черт, ну они, по-моему, не позовут уже подмогу, потому что я всех перебил и машины их уничтожил. Жители, расскажите мне срочно, что здесь произошло? То, Компот, тебя же только что пристрелили в доме, как ты выжил? А, короче, эти полицейские, они приехали сюда, из машины времени вышло еще 50 полицейских где-то. Они начали уничтожать нашу деревню, они начали все ломать и воровать наше богатство. Ну не бойтесь, все, это все позади, теперь осталось только восстановить эту деревню, потому что с деревней сейчас, ну, вы сами, ребят, видите, полная беда. Я надеюсь, что вы мне с этим, конечно же, поможете. Фух, ребята, вы видите, что творят эти полицейские? Все-таки не зря я узнал, все-таки не зря я съездил. Оказывается, они прятали всю эту машину времени, ребята. Они прятали эту машину времени у себя там где-то под землей и хотели ее спрятать. А в будущем они хотели уничтожить всю нашу деревню. И слава богу, я пришел сюда и предотвратил это все. И наша деревня в целости и сохранности. Фух, ребята, так, ну нужно все теперь восстанавливать, потому что, ну это займет довольно-таки много времени, потому что тут много всего, все еще горит в огне, черт, надо тушить это все, надо пожарных вызывать, ребят, сюда явно нужно вызывать пожарных, так, давайте это все восстанавливать, черт, мне огороды потом заново пропахивать все, так, ну ладно, главное то, что мы с вами обезвредили всех полицейских, и все у нас, ребята, так, да ё-моё, все у нас, ребята, так сказать, хорошо, блин, вот мой дом только жалко, вот очень жалко, ребят, мой дом, так, давайте тушить весь огонь на моем доме. Слушайте, они, по-моему, по моему дому РПГ какой-то бахнули, раз он так загорелся. Так, давайте теперь вот так и вот так. Все, отлично, ребята, практически восстановил свой любимый домик. Так, давайте все это восстанавливаем и...
Фух, ребята, ну по идее все. Да, осталось только пожар потушить. Так, тут все в целости. Внутри дома тоже я уже проверял, все в целости. Осталось только церковь восстановить. Ладно, ребята, спасибо большое. А теперь знаете, что мне надо, ребят, сделать? Теперь мне надо вернуться в прошлое. Назад в свое прошлое. Назад в этот полицейский участок. У кого-нибудь есть предположение, как мне туда вернуться? Потому что, ну, ребят, сами понимаете, мне срочно надо туда вернуться. Это просто не обсуждается. Это необходимо. Это, ребят, реально важно. Потому что в будущем нельзя застревать человеку из прошлого. Вот, поэтому мне нужно срочно туда вернуться. Только вот вопрос как? Нужно где-то раздобыть маяк и заново построить машину времени. Так, окей, ладно, ребят, я пошел дальше восстанавливать всю деревню. С вами я прощаюсь. С вами был я, Компот. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Черт, как же много огня. Они реально с РПГ, походу, долбили. Все, ребята, всем удачи. Всем спасибо. Всем пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.